Итак, всем привет! С вами Марс. Мы продолжаем проходить дополнение к Скайриму Даунгард. Сегодня путь нас ведет на поиски жреца Мотылька. Сейчас мы направимся в коллегию. И там, собственно, узнаем, что за дела с этим свитком. Я хочу напомнить вам, в прошлой серии мы собрали людей для форта Даунгард, то есть для Стражи Рассвета, и нам сказали найти жреца Мотылька, который может использовать тот древний свитер. Собственно, вот этот свиток, что он на спине у Сирана. А чё? Как это понимать? Светобоязнь? Прошу прощения, но я не вампир. Не вампир. Вампир? Какого черта? Я же отказался. Или меня заразили? Ну вот, блин. Подайте печально. Эй. Ой, блин. Я вампир, этого не хватало. Знаете что? Я попробую сейчас вылечиться. Тут у нас повторит. Пёс? Нет, только волки. Ну ладно. Вот мы, собственно, и полтрите. Так, вот это, по-моему, товарно. Нет. Не это. Вот это. Пёс, значит. Насколько я помню, этот пёс слуга Даэдра. Да? Интересный квест. Все квесты с даэдрическими принцами довольно интересны. Мне не нравится мне твои глаза. Какой же ты странный год. Шуаровый пост. Симпатичная мужчина против. Да. Блин, такая обшлёна. Обидно. Какие у меня глаза. Мертвецкий мёд. Хорошее название. Что слышно в последнее время? Тёмная мразь. Да. Круто чё. Говорят, Леон из Бортова. Вот оно. Ну.
Обязательно. Или я перепутал, или вампиры были в Морфале. Не помню, кто их. А. Это все будет быстро. Без проблем. Я уже лечился от вампиризма. Только прикольно у меня броня. На плечи мне уже. Ох, твою мать. Хватит. Мне из-за этого света FPS проседает. Блин. У вампиризма есть одно очень плохое качество. Со временем я стою настолько... Настолько вампиров. Но не трать зря время. Ничего подобного у меня и в мыслях не было. Что на меня нападают все стражники и все люди. То есть именно я стою вампиром. Чем ты здесь занимаешься? Дракон. Прости. Да умри-то, задолбал. Там где он? Скотина. Сдох. Черт, я еще без шлема был. Ну ладно. Ну, скотина. Тахерей. 4 стрелы. Оп. Ага. Ну ладно. Возьмем. Разберем. Все прекрасно, еще одна душа. Стой, я не договорил. Я изучал вещи, недоступные душе. Я знаю достаточно, чтобы узнать вампир там, где другие видят только человек. Да. Я ищу лекарства. Ритуала нужен наполненный черный камень души. Тебе придется кого-то. Да, успокойся. У тебя будет наполненный камень. Приходи ко мне, я приведу ритуал. Я верну жизнь в твое мертвое тело. Имя богов! Скажите, знают? Он правда мертв? Да. У меня есть наполненный камень души. Приходи на рассвете, колдовскому ходу на бал. Мы изгоним ту тварь, которая стала тобой. Окей. Ну, тут тварь это ты громко сказал, конечно. Если я убиваю людей, значит я, по идее, сам тварь. Не такая, как вампиры, но тварь. Ладно. Это все. Все бесполезные слова.
Мне нужен рассвет. О, блин, на крабах. Вообще не вампир. Да насрать, не нужен мне. Я не вампир. Уйди нафиг. Все равно. Внимите моей мольбе. Начинается то, что закончилось. Я призываю вашу силу. Примите в наши отношения эту душу. Так с восходом солнца уходит ночь. Вынь эту душу из мрака и вдохни жизнь в это существо. Ритуал закончен. Спасибо. Да, я больше не вампир. Это приятно. Так, все. Теперь можем дальше заниматься нашими квестами. О, это что такое симпатичное у нас? Ледяной тролль? В броне? Мать вашу, это что такое? Я не хочу с такими драться. Помню, в начале игры ледяной тролль был самым страшным врагом. Вообще, из всех возможных. Так лечись! Что я должен делать? Бить коллегию и лечиться тем, какой я крутой маг? Да. А ну-ка, стой. Куда это с тобой? Я в коллегию. Так, ты. Переходи мог на твой страх и риск. Будь опасен, а врага не откроются. Тебе не войти. Что ты тут делаешь? Он должен помогать тем. И если мое присутствие поможет отвадить тем, более важный вопрос, зачем здесь? Можно мне выйти в коллегию? Но что ты хочешь найти, Дмитрий? Я исследую тайны. А, план бессмертный. Говорят, что он источник всякой магии. Воистину, это благородный эффект. Думаю, в коллегии есть то, что ты ищешь. Вопрос в том, что ты не исследуешь в коллегии. Внутри не пускают кого попало. Претендент должен продемонстрировать определенный уровень владения магией. Небольшой экзамен с твоего позволения. Ну, тогда я пройду экзамен. Отлично. Не буду тебя убеждать. Мастерства полагаются на помощь огненных арканов. Не заметил. Ладно. Это докажет твое умение. С нетерпением жду. Эллин, а есть у меня такое? Почему-то я думаю, что нет. Сейчас посмотрим. Здесь. А вот, выход огненного канала. Так, ну я наизучал чуть-чуть. Так, то бы огненного хроноса. Как бы там ни было, коллегия выстрелила.
Отличная работа. Отличная работа. Я думаю, наша коллегия будет гордиться таким поколением. Угу. Добро пожаловать. Пошла в жопу. Я проведу тебя по мужчине. Я не ученик. Когда войдешь в мир, поговори с Мирабеллой Эрвин. Она имеет титул мастера волшебника. Пожалуйста, иди за мной. Что? Первая коллегия, которую я пройду... Ой, в смысле, первая гильдия, которую я пройду, это будет коллегия магов? Ладно. У меня же нету ничего такого. Ладно. У меня есть патронах. У меня есть мечи. Пошли со мной. Угу. Ты со мной пойдешь? Да. Ух ты, какая. Ну давай быстрее. Сказал я, что ищу тайну. Ну да, я ищу тайну. Я охотник за приключения. Давай иди, да. Тормозишь. Все. Почему ты здесь нужен? Тебе на протяжении всей жизни. Если у тебя есть то. Это заклинание, которое блокирует магию. Да, конечно. Я просто пытаюсь понять, чем вызвано такое решение. Ладно, коллеги и магов займемся потом. Я думаю о множестве. Это не приоритетное решение уже в данный момент. Нам точно нужно разговаривать. Ух ты. Какая горячая. Все, кончилось. Фу. А там еще призыв. Где этот урка? Ты находишься в Архалиуме. Я ищу же сам Ателька. Это не твое дело. Драконий мост. Это хорошо. Драконий мост. Спокойно, локация. Там проблем не возникнет. Надеюсь. Так. Вот, собственно, мы и на драконьем мосту. Эй! Добро пожаловать, Путин. Иди сюда, конечно, в нашем городе. Жильца Матрика не видит? Sorry, but I don't know anything about that. Try asking one of the guards. Да. Точно. Тоже знаю. Стражники. Вот. Вот ты, например. Приходилось слышать о тебе и твоих сладких речах. Да? Да. So that was a moth priest then. He rode through town not long ago with an escort of soldiers. He didn't stop. He headed south across the Dragon Bridge. What? То есть, где-то сюда, да? Вижу неисследованную пещеру. Походу, он там. Ну ладно, идите по дороге. Какие проблемы-то?
И после этого замечательного бага у меня вылетело имя. Я обратно поговорил со стажником, ибо меня оттянуло аж к началу Винтерхолдской коллегии. Ну, прибежала приблизительно сюда. Там, где меня вылетело в прошлый раз. Опять этот световой баг. Да, вы тоже видите эту лошадь? Она прекрасного цвета. О, и вот этого вампира. Он тоже шикарно выглядит. И броня, да вы чё? Блин, скорее. Баги. Блин, да что такое? Чё? Ну как сориентироваться? Книги. Спасибо. Да, я все понял. Хорошо, хоть указатель понял. И тут идут следы крови. Поэтому я думаю, придется драться. Ну ничего. Блин. Ну стой. Не догоню уже. Вот так светится прикольно. Такой как будто налокированный. Так, пещера прет. Прекрасное название, по-моему. Индейское такое. Это у них все с предками было связано. По-моему, в обычном Скайриме без дополнений таких багов не было. Или пыль. Я их не замечал, наверное. Ладно. Так, собачка. Блин, не попал. Но в жопу прям. Молодец. Мне ж легче стало. В левую ягодицу так. Уйо! Как я тебя не заметил, ты собака. Ты со мной так не шути. Так. Движемся дальше. Тут что я делаю? Чё я творю? Вампир. Попал. Это ты, надеюсь, все равно кашлял. Спокойно. Спокойно. Не нервничай. Тебе тоже следует успокоиться. Чуть-чуть нервничай. Артефакт.
электрическая стрела. Это я оставлю тебе. Его освободить, походу, надо. Не призывай всякое говно. Ой, что ты делаешь? Козел, ты что творишь-то, придурок? Это не смертельный выстрел? Ладно. Блин, дебил. Ты, наверное, долго там просидел. С тобой все в порядке? Я знаю, зачем ты им был нужен. Нас называют Стражи Рассвета. Нам нужно, чтобы ты прочитал древний свиток. Хватит хнюкать, сука. Какая ты страшная собака. Приходи. Короче, форт Стражи Рассвета. Что там? Не очень. Я не могу от тебя оторваться. Ты мне так нравишься. Будешь моей женой? Нет, не будешь. Да, получил глаз. Блин, даже не в глаз попал. Чай. А чё ж ты на меня напал так? Или ты думал, я вампир? Ну ладно. Освободили, ладно. Что-то, блин, я не понял. Не попал, блин. Вот это я косой. Разучился, братюня, разучился. Какой бывает. Так, один, а. Выход еще. Ну. Продолжим у выхода. Да. Еще ты, да? Ну ладно. Живи. У меня было такое хобби в Скайриме. Просто пойти в лес, не брать с собой ничего буквально. Только лук. Даже одежду не брал. Брал какие-то только лохмотья и шел вот просто вот по пути. Вот сюда вот. Вот тут лазил там. Соблю зубов полно. Вот по этим вот лесам лазил. Тут тоже дофига. Дофигисыче. Всяких разных животных. Это довольно веселое занятие, как охота. Довольно неплохо. Во! Это наш арбалет. Прикольно. Первый раз вижу эту картинку. Ну, их, наверное, ввели в дополнение. Что нам скажет древний свиток? Thank you.
вставать. Хорошо, теперь ты в безопасности. Мои товарищи сказали тебе достойный прием. Ты готов прочитать древний свиток? То есть? То есть мне придется... Что у тебя на уме? Half the people on your little crew are just as ingenious cocky. It doesn't exactly make me more think about it. I got a warm welcome from my father, and I'll say something. Что между вами двумя происходит? Ever since you decided to make that prophecy as common, you can't drift it apart. I don't even think he sees me as his daughter. I'm just... He means to me. Где же древний свиток? Как правило, да. Но, как правило, там, где не ищут, это у себя под носом. Так что... Думаю, да. Что, правда? Смотрите, я угадал. But I know a way to convince the courtyard without arousing suspicion. Ah, ну прекрасно. There's an unused window on the northern side of the island that was used by the previous owners to bring supplies from the castle. An old escape tunnel from the castle exits them. I think that's our way in. Пойдем к секретному входу в замок. It's around the side of the castle. Let's move. Блин, я испугался от того, что... Не хватает два свитка, то есть свиток драконов, который рассказывает тайны драконов. И второй свиток это
крови. То есть, чтобы получить драконий свиток, мне придется пройти сюжетную линию, по идее. Ну, сейчас посмотрим. Что ж, вот мы и в замках. Боюсь, что нас спалят, поэтому буду двигаться потише. Секретный ход в замок. Как ты себе это представляешь? Прикольно все. Я думаю, тут стражи у них нету. Ну блин, большой такой замок. Коллеги. Вот, похоже, и он. Никого нет, по-моему. Ага, никого, конечно. Здесь это не палач. Да ты успокойся, я тебе говорю. Ни хера себе. Я ему только чуть-чуть снял. А, что ты? Что ты творишь? Где он? Да где он, Юна? Ну блин! А, это ты, Сирана? Блин, извини. Блин! Ладно. Сильно, сильно. Не получилось так, как я хотел. Сильные собаки. Сирана меня палит. По чуть-чуть. Мне нужно найти твою мать. Как ее зовут-то? Валерика? Крысы? Или это отскажущая? Отскажущая. Перова? Давай. Два. Ты куда? В жопу прям в очко. Прекрасно. Хорошо. Еще. Все, заснула. Да. Блин, да что такое? Вашу мать! Улетел. Блин, там шипы. Ладно, сюда не идем. О-о-о-о! Посмотрите, сколько тут. Убей эту собаку, ну! Я не для того их убивал, чтобы ты их возрождала. О-о-о!
Да, хорошо, семейка жила. Сколько людей погубили, офигеть. Ладно, и на этой позитивной ноте закончим. Аллергия по колено в этом говне. На этой позитивной ноте, пожалуй, закончим. Всем спасибо за просмотр. До следующих видео. Пока-пока.